Такую свеклу с хреном в зимнее время года смело можно подать к столу к любым мясным блюдам или гарнирам. Получается она не только острой и вкусной, но еще и довольно полезной. Свекла для приготовления этого рецепта подойдет любого сорта. Ее можно использовать как в свежем виде, так и предварительно отварив в воде. Если есть желание, можно добавить хрена в два раза больше. Однако стоит учитывать, что в таком случае готовая заготовка выйдет очень острой по вкусу. Свекла – 1-2 штук. Корень хрена – 3-5 штук. Соль – 0,5 чайных ложки. Сахар – 0,5 столовой ложки. Уксус – 9%, 1 столовая ложка. Вода – 50 мл. Количество порций – 3. Подготовьте ингредиенты. Приготовьте маринад. В ковш влейте воду, добавьте соль, сахар. Влейте уксус. Доведите маринад до кипения. Хрен и чеснок перекрутите на мясорубке. Выложите хрен со свеклой в маринад. Хорошо перемешайте. Выложите массу в стеклянную чистую банку с подходящим объемом. Плотно закрутите банку крышкой.